Ну чё, погнали. Сейчас не захватится, я гарантирую. Ну, конечно. Ты как вы думали? Да, конечно, ты не захватишься. Как по-другому-то? Я себе совпадает заголовок. Эй, алло. Все. Вот он нож. Вот он, Геншин. Работает вроде. Так, всем привет, с вами Слонкраш. И это Геншин Импакт. А где наш модератор? Где наш модератор? Загрузка идет. Окей, хорошо. А где модератор-то? Где модератора? Да, 56-й ранг у меня. Поговорите с Форой. О цветах? Окей, поговорим. Кризис щитов, распространение зор, растущая угроза. Add Astra. Экспедиции. Набираем. Забираем. Я вот не понимаю, почему могут только 5 экспедиций, почему не 6? Каяку не покрутить. Так, события мы сейчас пройдем сразу же. Что там надо? Так, все у меня это есть. Давайте готовить. Не завершено. Так, захват есть, все дела. Хорошо. Так, у нас тут папки записи трансляции. На включен. Так, вот это тоже убрать надо. Это тоже пока убрать. Повторить испытание. Ну да, я погнал. Идеально. Время выполнены. 5 примагемов с 1000. Knights and aristocrats share the same cultural heritage. Так, можно покрутить яку один раз. Можно покрутить Аяку, можно покрутить. This realm... Так, давай мне. Так, можно подходить к кому-то и как-то кормить кого-то. Давайте покормим. Что у нас тут есть? Сяо у нас тут есть. Нет, сяо мы не будем травить. Кого я хочу отравить, так это Элой. Как же я не люблю Харайден. Он такой скучный. Его еще считают, блин,
Чуть не одной из лучших игр. Да, он потому что на PS4 был эксклюзивом, поэтому его все там, вот эти консольные игроки говорили, что она отличная, потому что эксклюзив Райли. А когда она вышла на ПК, сразу говорят, вот когда она выходила, она была отличной, а сейчас она уже не отличная. Сейчас говорят про Horizon Forbidden West, что она отличная, потому что она на ПК не выходила. Какой-то бред по мне. Hey there. I sure get to see a whole lot of new things traveling with you. I gotta say, I'd love to watch Silence try and wrap his head around this, teapot of yours. Хочешь поговорить? Sure. Something new to share with me? You know, I've heard a lot of stories about you since arriving in this world. For example, the time that you helped the knights from Mondstadt to defeat a dragon, and the time that you teamed up with the Adepti in Li Yue to defeat an ancient god from the ocean. Gods and dragons. Can't believe they really exist here. But whatever the crisis may be, you always step forward and join up with those who want to fight back, don't you? It's because of people like you that both cities were able to survive and prevail. Я просто внесла небольшой вклад. If that's what you call a small contribution, I think it might take saving the whole world to count as a major one. Seriously though, if the world ever does need saving, bring me with you. I've saved a world once before. I might be able to give you some pointers. Ты спасла мир? Серьезно? Не верю тебе. Например, не спасать мир на голодный желудок. Yeah, that's right. Trying to save the world when you can't stop thinking about food is pretty tough. The end of the world deserves your full undivided attention. Кстати, да, мне надо было почистить кое-что. У меня тут 74% нагрузка. Я забываю про это. Seriously though, trying to save the world is exhausting, especially when you're not even sure who's trying to end it. The worst part is, once you find out who's responsible, they're always so full of themselves, making out like you're the one in the wrong. You can't reason with them. It always comes down to a fight. I guess... А кормить-то тебе когда? Hey there. I sure. I gotta say, I'd love to. Good morning. More speed. А как их пригласить-то поесть? Это то, что я приготовил. Тогда мне надо было еще. Где Василий-то? Как им дать-то поесть? Каким образом мне это надо сделать? Как пригласить-то? Конечное дело. Да где вы, модератор? Где здесь пригласить-то?
Она не хочет есть. И нас не поговорить. Я пока не понимаю. Нафига мне садиться? Как пригласить-то? Это комплект. Чё кузнечное дело? Моих два, что ли? А, ну видимо, от комплекта зависит. Собака. Лиса. Короче, непонятно. Как в чайнике-то этим пользоваться? Скажем, к этому рецепту максимум какой-то получение опыта увеличится на 3. Как опыт дружбы это сделать, а? Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart. But even I don't take them that seriously. Приглашайте персонажей в чайник. Это как? Непонятно. Модератор сегодня вообще молчаливый какой-то. Так, чё бы нам... Палкой мы будем заниматься. Так, нам надо Сяо докачивать. Сегодня книг нет. Где Сяо? Сегодня книги для Аято есть. Да. Ялковый зал. А, давайте ежедневки проходить. Эй, Пшис, подожди, пожалуйста. Помнишь, я просил тебя закопать цветы на драконьем хребте? Уже прошел день, мне хотя бы взглянуть, как на них подействовал холод. Могу подыскать в горы и забрать цветы? Будет сделано. Тогда жду тебя с цветами, поскорее возвращайся. Окей, давай. Меня не вчера просила, ты меня давным-давно просила. Как мне подействовал повод, офиг его знает. Завяли, наверное. Нет, не завяли. Отсюда цветы забрали. А, еще забрать цветы надо. На горе у водоема. А, это там, где рыбу ловить.
Ага. Крис только хиличурвал. Фиг знает. Какой бардак, не видно ни коробки, ни цветов. Берите коробку из пещеры. А где коробка? Куда она подевалась? Пойдите по следам. Я не вижу ни коробки, ни цветов. Отдайте коробку Флоре. Все-таки нашли коробку. Ну как на цветы, которые мы закопали на таком крипте? Мы смогли вернуть только одну коробку. А как же остальные? А, ладно, все-таки никогда не знаешь, на что наткнешься в этих горах. С одной коробкой не получится провести сравнение. Придется ждать следующего подходящего случая. Благодарю тебя за труды, вот твоя награда, мне твоя помощь еще может пригодиться в будущем. Окей. Кризис щитов. More speed. Достался им щитом. More speed. Устраняя зло. Выйдите всех в мост. Тысяча угроза. Еще пришли. Ай-яй-яй. Понятно. Быстрый рост. Ты кто такой вообще? Кого я вижу? Путешественница. Садись рядом со мной, путешественница. Отсюда открывается великолепный вид. Простите, кто вы? Я?
Меня называют Быстрый Рост. Называют те, кто хочет меня поймать. Окей, кого? Чё дальше? А что ты здесь делаешь? Хороший вопрос, что же я здесь делаю? Я заблудился, а потом за мной погнался кабан, а потом за мной погнались филичурвы. Я бежал встретить мочи, пока не выбился из силы, вдруг заметил озеро, это озеро. Всю свою жизнь я куда-то бежал, или бежал чего-то, без всякой причины. Я начинаю новую жизнь, никаких больше заданий. Хотя, если я вовремя не вернусь к банде, меня оштрафуют на 100-500 тысяч мора. Ах да, ну их этих воров. Ты из банды воров? Ну да. Я должен был найти место, которое называют заброшенный город. Я уже очень давно не связывался с ворами. Скорее всего, меня уже выгнали из банды. Но если ты хочешь доложить обо мне рыцарям, то я не буду убегать. Просто позволь мне еще немного насладиться водной гладью. Ай, мне пофиг. Делай, что хочешь. Astra, thank you for coming. Так. Ну я прошел эти ежедневки. Теперь можно на книги идти. И на рыбалку. А вот как пройти-то, угощать всех из чайника, я не знаю. Как этим заниматься? Куда их надо приглашать? Another distant strike. Cascade. Keep disappear. Here. And you. Worthless. Free. One strike. Fight. Here. It's over. Worthless. Useless. Prepare to die, fool. Блин, убил. Кажется, убили. Мы убили моего Сяо. Серьезно? Ген. Wow. Sacred name. Ancient preserver. Picked the wrong test. Crush. Ready. Useless. I got careless. Another test subject. Wrong test subject. Окей. Okay. А я-то не воскреснет пока. Ну ладно. Без яд справимся. Еще три раза.
Что-нибудь придумаем. Faster, okay, faster. Another test subject. Freeze! Vengeance will be mine! I condemn you! Все, это последние книги, какие можно выпить. Weather is a hindrance.
visibility is excellent. If we head to higher ground. Так, таланты. Так, Ешка осталась. А, это еще вот. Так, тут ульта. Так, 4 горды надо. 4 горды и 12 книг. Do a full recon of enemy activity in the area. Так, горда найдется. И надо книги обжечься золотые. Бонуса нет. Ну, 8 книг, ладно. Да еще 4 книги. Ладно. Потом тогда. Так. Наконец. Слушай, как ты приглашал? Модератор, как ты приглашал в чайник? Рыбу вы на зуме. Как ты приглашал? Хорош угорать. Как ты приглашал? Я написал в голос. Ты приглашал кого-то, что ли? Других игроков приглашал, что ли? Yes! Ты чё? Как Пэт написал ЛС? Вот так вот. Не понял я. Смысл написал в ЛС? Что значит? Пригласить персонажа в чайник надо как-то. Чтобы он попробовал блюдо. Я тебе в ЛС написал, как это сделать. Написал в ЛС, как это сделать? Ну, теперь я могу тебе объяснить. Ты заходишь вообще в эту херню, где ивент. А как да кормить? А как кормить, да, персонажей в чайнике этими блюдами-то? Я уже блюдо-то эти сделал. Блюдо? Ну да. Так подходишь к персонажу, разговариваешь, там будет. Пробуй и кормишь. Все. У меня нету. Значит, блюдо-то не тебе приготовил. Ты травы приготовил и блюдо. Ты, смотри, зайди еще раз в ивент. Я использовал приправы, окей, чё. Вот, нажми готовить. Где готовить? Использовать приправы. Так использовано уже. Ты нажми. У тебя там еще 3 приправы есть, алло. А, есть еще 3? Окей, я не знал. И давай еще вот это. Приготовь. Или нужно... Готовь. В одно блюдо 3 штуки сделать. Или нет, или по одной. Нет, если ты 3 штуки... Знаешь, ты 3 блюда сделаешь. Вот эти. Окей, так я так готовил. И что дальше? Вот я приготовил тебе. Вот. Все. Дальше... Дальше что? All right, then. I'll teach you. Oh, yes. I'll teach you all right. Mark my words. Так, дальше что? Ну, ты сделал блюдо? Но. Ну вот, теперь иди в чайник. Ищи, иду. Там терраса, с кем можно поговорить. Я хочу с Эвой скормить, но она не, ну, она не хочет. Вдруг она отравится. Просто хочется, чтобы это... Не нравится мне персонаж, так им поэтому... Так им никому не нравится эта еда, алло.
Ну вот я и скормлю эту еду. Не хочу слушать от тех персонажей, которые мне нравятся. Негатив. Пускай будет ой. Как ей скормить? Там нету скормить. Может, надо выбирать еще какой-то вариант. Я считаю, ее нельзя кормить. Сейчас попробуем. Hey there. I gotta say, I там нет кнопки «Попробуй». Тебе здесь нравится, вот есть. If you're asking whether it's a comfortable place to stay, нет, I mean, sure, нету. Of course it is. Там должно быть кнопка «Попробуй». Так я ни с кем не разговаривал. I really see myself living here for the long term. Что-то не, что-то не так с этим местом. Ты хочешь отправиться на поиск приключений? Что-то не так с этим местом? No, nothing's wrong at all. Everything's great. It's just that I'm more used to camping out in the wilds. А чё на предыдущий стрим не пришёл? I'm sure you know by now. Back where I'm from, not a day goes by without something to watch out for. Чё? Чё на предыдущий стрим не пришёл? Like giant machines running around all over the place, or hostile tribes that always seem to have it out for you, or evil machines bent on global extinction. Понятно, понятно. To go from a life like that to something so safe, it'll take me some time to adjust, that's all. Я думал, ты спишь до сих пор. Нет, стрим был. Алло. 6 часов был стрим. Hey there. Ну-ка давай, мои блюда попробуешь? Ты где? Нельзя пробовать. Good morning. Ладно, тогда Эмбер. Тогда нету. Тогда Эмбер. Oh, hey there. It's so good to see you. Во, попробуй. Эмбер можно, а вы нельзя. На, пробуй. Странная хрень. Ароматное жареное в воке мясо. Держите. Вот тебе. Wow, this is delicious. You're an amazing cook. А ей понравилось. Понравилось? Да. Oh, hey there. Удивительно. It's so good to see you. Что я отличный повар сказала. Ароматная жареная рыба тигр. Держи. I wish I was as good at cooking as you. Хотела бы я готовить так же хорошо, как ты. Oh, hey there. It's so good to... Короче, она довольна. Все есть, все есть кроме. I wish I was as... Но всем Эмбер, Эмбер не получилось навредить. I'm just not used to this taste. А вот это ей не понравилось. А вот здесь не понравилось. Oh, hey, it's so good to... Я сейчас все скормлю, Эмбер, чтобы она обожралась. На тебе, вегетарианка. I wish I was as good... Понятно, понятно. Oh, Эмбер, hey, Эмбер нравится все. Да, ешь. Ароматный тофу. I wish I was as... Да капец, ей все нравится. А вот его и нельзя кормить. Ну, нельзя ее кормить. Say... У нее нет попробуй. Good morning. Oh, hey, it's so good. Самый лишний персонаж, его нельзя кормить. Так, мой батя пошел в World of Tanks. Неудивительно, блин. Абсолютно неудивительно. Удивительно? Неудивительно, абсолютно. Oh, hey, it's so good. Попробуй. Попробуй, Джагу, Джагу. Он хочет все метра пройти. Oh, hey there, it's so ну, пускай играет в эти метра. Нашел, блин, что играть. Oh, hey я вот не хочу ни it's одно, ни одно проходить. Абсолютно ни одного. Да, блин, хорош шуметь. Чё у тебя помехи начались? Алло! Ты сдурел? У тебя помехи, тебя не слышно даже. Тебя все помехи перебивают. Last Light играл, слышно? Помехи! Слышно один раз было.
Но помехи. Короче, ее все устраивает. Ох уж это Эмбер, а. Пригласите персона попробовать ваше блюдо 7 раз. Блин, у меня как уши заболели от этих помех. Блюдо 21 раз. Я 12 раз дал. Как же уши болели, господи. И как же хочется, чтобы спокойно все было. Но нет, опять какие-то помехи. Опять я оглушаюсь на время. Так как глохнуть не дом. Давай, ловись. Чего-нибудь дофига рыбы ловить. Блин, спал я 10 часов. Да чтоб тебя, рыба! Ловись ты! Ну хоть сейчас тихо, спокойно. Да блин, куда? Выплыть надо. Тут у нас персонажи расставлены, а так бы мы не смогли кормить никого. Ой, главное, нельзя кормить. Что за нафиг, а? Ah!
Everyone's stomach is rumbling already! Так, а Яку будем крутить? Где модератор? Где модератор? Модератор молчит. Модератор молчит, ничего не говорит. Модератор молчит, ничего не говорит, ничего не говорит, говорит, ничего не говорит. More speed. А модератор молчит, ничего не говорит, ничего. Блин. Хит-хит какой-то не получается. Силе рыбаков. 300 рыб осталось. До 2000. Не, ну Москов Зензи мне вообще не понравился. Типа, что он лучше пайман, да ну нафиг. Если брать маскотов, то пайман. Лучше маскот. Там Зензи маскот вообще никакой. Да там вообще все никакущее. Унылость какая-то. В этой ЗИЗИ. Да, я в ЗИЗИ играть точно не буду. Мне ЗИЗИ не показался вообще интересным. Который Zen, что-то там Zenless Zero. Рыбалок 2000 сделай, и все, можно забыть про рыбалку навечно. Catch. Хороший улов. Ну что, ловить эти рыбы будем? Плохих рыб. Плохих страшных рыб. Life goes on. Life goes on.
Блин, Макбезн отдыхает. Надо от него избавиться. Он будет меня преследовать потом. Что у меня с друга Сэбер? Высевать, да? 7 уровень друга Сэбер. А с кем у меня друг бы? Пингвон 6. А я-то 6. Пейдол 6. Faster? Окей, faster. Ну, Сэмбер призван дружбу сводить. Фига здоровье, конечно, снимает. Блин, холодно, так холодно. Чичу прошляпил. Ну ладно. А, тут свой Макбет. Рыбалка только ночью. Рыбалка только ночью. А чё, только 2, а 3? На весь рыба. 300 рыб надо поймать. Бонус дали. Че, Василий исчез вообще навечно? Так, у корабля там, по-моему.
More speed. Рыбу корабля. Aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Рыба. Четыре основных приманки. Давай ловить быстрее. Нету рыбы. Так, рыба вот здесь, сангономия есть. Time to scout.
stomach is rumbling already! You've got it! You got it! What is it? What is it? Is it another Paimon? Another Paimon? Здесь где-то рыбалка была. Nice catch. Хороший улов. Грибы тут есть. Компьютер перезагрузить после стрима. Дыхающий робот. More speed. Да чтоб тебе. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and... А, маленькие рыбки. Сейчас поймаем. Victory is almost our! Wow, Paimon's stomach is rumbling already! Another Paimon? Victory is almost ours. What is it? What is it? Is it another Paimon? Yeah, you nearly got. What is it? What is it? Is it another Paimon? Так, это уже все поймали. Так, в сарае теперь ловить надо. В сарае еще два пруда. Можно рыбу ловить.
Там пруд сарайский. Рыба, плыви. Да не ты. Рыбалка, рыбалка. Steady now, it's the. Wow, Paimon's stomach is rumbling already. So close, so close. What is it? What is it? Is it another Paimon? Это рыба. Тут мелкая. Но нам без разницы. А, ну да, это приманка. Этих рыб. Причем, блин, она не откликается-то. Она подплывает. A tough fight.
Так. Время. И это все? Серьезно? И это вся рыба? Да, днем что-то мало рыбы вообще. Ты серьезно, а? Рыба. А, она не на это ловится, ё-моё. Так, сырай все. Теперь святилище Тирай, потом, по-моему, равнина Утака. По-моему. Не помню. Если честно, не помню. Ну. Что будет ловиться? На рыбу. Какая рыба будет ловиться? Давай рыбу ловись. Серьезно? Ловись. Вечер. You want to learn some Favonia's blade work? All right then. Чё, рыбки маленькие? Victory is almost our. What is it? What is it? Is it another pie? И без разницы, какие рыбы. И главное количество. So close, so close. Wow, Paimon's stomach is rumbling already. Yeah, you nearly got. What is it? What is it? Ну, 2-3 дня где-то. Ну, еще 3 дня. Будем рыбу ловить. Так. Равнина Утаки, по-моему.
Маму вот сюда вот. Так много железа, сейчас их вообще мало. Все-таки помню еще. Ну, по идее, оно последнее должно быть. Так, не появится, пока я не активирую. Блин. На мне осталось. So close, so close. Whoa, да, по памяти я и на зуму лучше знаю. Я заметил, тут на мух вообще нету больше. Гаврюхов нету. Скаты еще будут. Там их штук 20 точно. Ты издеваешься. Что там по достижениям? 1774 рыбалки. Нормально. Сейчас надо в экономию. Вот 6 рыбалок, это будет интересно. А, не, не сюда. Чем вам надо? Чем вам надо вот сюда? Я так понял, и на Дзума с Инкономией где-то 100 рыбалок. Нормально.
Так, ну 22. 22 не очень много. Вот старый бабок-то и не будет. Ну куда ты? Скат, иди сюда. Эхо, то в пещере. Только сейчас заметил эхо. Да блин, рыба, угомонись. Да где-то 2-3 дня будем рвать. Еще. Ну повернись. Ты за рыба такая. Такое, рыб мало. Steady now, it's the final stretch. What is it? What is it? Is it another Paimon? О. Скат, ты чего? Еще 2 пруда осталось. Фига тут рыбалка. Фига тут скатов. 20 штук наберется. Завтра Монстат опять. Эти Монстаты вам рыбалить.
Да, 50 этих фальшивых мух как раз хватает. Подожди. Подожди. У меня рыбалка. Еще утром, по-моему, надо ловить. Утром еще скат, наверное, появится. Утром нет ската, утром другие рыбы, окей. На самом деле хорошо, что утром не скаты. Так бы не хватило. Ты куда? Рыба, иди сюда. Блин, я забыл где. Я забыл. Реально наверх куда-то. А, вот куда. Хочу с тобой сражаться. Вот оно. Ладно, ладно, сражусь. Вали. Так, последняя рыбалка осталась. Последняя рыбалка осталась.
12. Victory is almost ours. Wow, Paimon's stomach is rumbling already. Так, 4 рыбы. Ты еще. Тара-тара. Где рыба? Не понял. Где рыба вечерняя? А ее нет. Ну, окей, ладно. Тысяча 797. Блин, трех рыб не хватает. Еще. Что вечерняя рыба перепуталась с утренней. Ничего не появляется, все. Трех рыб не хватило до 1800. 1797, так 1797. Вести три рыбы осталось.
More speed. Где вот этих мух? Я наделать не смогу. Надо конские хвосты. More speed. Ладно, потом. Все сделала, что хотел. Ну что, всем спасибо, кто смотрел. Отдельное спасибо тем, кто смотрел записи. Подписывайтесь на каналы, на YouTube, на Чиновый Гейм, и также в Facebook и Одноклассники. Всем удачи, до скорых встреч, еще увидимся.